мини-тир Люман из четырех мишеней в виде белок с автоопусканием с триггерной и центральной мишенью. Интернет-магазин, попади в десятку! Металлический стальной корпус тира покрыт черной краской. За счет этого на ее фоне сами мишени становятся хорошо видны. Они сделаны из неокрашенного металла и имеют форму белок. Весит такая мишень 6 кг и 200 граммов, а ее габариты 110 на 170 мм. При удачном попадании каждая висящая мишень проворачивается наверх, но при этом она не делает полного оборота и не возвращается в исходное положение. Вместо этого за счет специальной перекладины мишень остается в верхнем положении, облокачиваясь на нее, за счет чего сразу становится видно, что она была успешно поражена. Для того же, чтобы опустить мишень обратно, к ней даже не нужно подходить. Для этого нужно всего лишь попасть в центральную, пятую мишень. Она связана с той самой перекладиной, на которой пораженные мишени висят. При попадании по ней эта перекладина сдвигается, а пораженные мишени, соответственно, возвращаются в свое исходное положение. И продолжать стрельбу можно дальше. Это довольно удобная система, которая избавляет стрелка от лишних движений и манипуляций. Такую мишень за специальные проушины можно вешать на стену, а задняя стенка, расположенная под углом, выполняет роль пулеуловителя. Пневматика, охолощенное оружие, самооборона, луки, арбалеты и ножи. В магазине попади в десятку!